Ребята, всем привет, с вами Некит, и сегодня у нас с вами ролик по Родин РП Центральный Округ. Вы все его давно знаете, проект, ребята, я его маленько подзабросил, потому что не было возможности снимать. И сегодня, ребята, пора подвести итоги конкурса, друзья, на BMW M5 F90. Прошел месяц, даже, по-моему, больше, друзья, и набралось хорошее количество, в принципе, репостов. Я очень рад этому, друзья, вот эту вот крошку мы будем сегодня, друзья, разыгрывать, как бы, на видосик, прям козырно, чтобы все было замечательно. Пожалуйста, ребят, смотрим внимательно. Вот такая вот крошка, друзья, на ней 0 бега. Посмотрите, там буквально 3 километра пробега, друзья. Всего лишь 3 километра пробега на ней. То есть я могу доказать, что это моя тачка, ребята, пожалуйста. Но она станет одного... Фу, блин. Эта машина станет одного из подписчиков. Вот, пожалуйста, я в нее сел, вот я владелец. Все, друзья, вот она, та самая тачка. Поэтому, ребята, спасибо всем, кто голосовал, спасибо всем, кто принимал участие в розыгрыше, друзья. И смотрите, дело в чем. Самое интересное, ребята. Первое место получает M5 F90, второе место 700 тысяч и третье место 500 тысяч. Я очень надеюсь на вашу поддержку, друзья, что вы поставите лайк под роликом, подпишитесь на канал. Ну а мы с вами переходим на random.org, на сайт, где мы будем сейчас с вами, друзья, выбирать победителя. И, пожалуйста, ребята, смотрите, давайте покажу внимательно всем рефералов. Зарегистрировалось на мой ник 255 человек. Спасибо всем огромное вам, друзья, большое спасибо. Также промокод ввело, по-моему, то ли 23, то ли 24 человека. Давайте посмотрим промокод. 30 человек, ребята, ввели промокод. Спасибо огромное, ребята, вводим вот этот вот ник и вводим вот этот вот промокод. Получаем 1,5 миллиона лично от меня на руки, ребята. Ну что, в общем, переходим, собственно, ребята, с вас лайк, подписочка, надеюсь на вашу поддержку, и погнали на random.org. Ну что, ребята, смотрим, собственно, первое место один как автор, третье место 700 тысяч и четвертое место 500 тысяч. Вот, ребят, как я расположил, пожалуйста, собственно, смотрите, как все было. И давайте посмотрим, ребята, то, что люди просто пролайкали, это ничего не дает, ребята, абсолютно, ничего абсолютно не дает, ребята. Вы должны были обязательно сделать репост. Репост сделали 26 человек, ребята. Ну что, давайте посмотрим условия конкурса. Быть подписанным на канал, быть подписанным на группу. Ну, на группу, естественно, все подписаны. Спасибо, кто подписался. Заходим, ребята. Сделать репост данной записи к себе на стену. Сейчас будем проверять. И написать «Участвую» в комментариях под этим видосом. Ну что, ребят, давайте посмотрим быстренько. Поделились 26 человек. Ваня Маленков, Илья Дугин, Данир Туктаров. Так, ну давайте вот посмотрим первых трех. Сразу давайте проверим. Репост есть. Дальше есть. Здесь у нас репост есть. Дальше давайте откроем вот этот, вот это. То есть проверим, друзья, сразу всех, чтобы все было замечательно. Ребят, делаем все на видосике. Я надеюсь на вашу поддержку, что все будет замечательно. Так, открываем сразу все странички, сразу всех. Надеюсь, ребят, никого не пропущу, потому что список реально большеватый такой. Пожалуйста. Все, ребят, теперь проверяем, собственно. Ого. Ну, это, понимаю, да. Есть. Здесь у нас есть. У всех, походу, есть репосты. Походу, у всех есть репосты. Да, есть. Есть репостик, отлично. Везде все, ребята, вы вот реально огромные молодцы в том, что вы правду вот... Блин, делайте условия, выполняйте только в путь, ребята, ради того, чтобы выиграть себе офигенную тачку, которая стоит сейчас в стоке, ребят, 13-14 лямов, вы понимаете, да? Так, ну да, у всех есть, друзья, абсолютно у всех есть, и все замечательно, прекрасно. Ну и теперь самое интересное, давайте посмотрим комментарии, проверим. Да, ребят, все те же самые, все абсолютно, посмотрите, сколько участников, ребята. Но множество людей не сделали репост, это очень обидно. Вот, допустим, переходим к этому пацану, у него нету записи, друзья, нет репоста. Вот это очень обидно. Ну что, ребят, собственно, 26 человек мы вписываем с вами, друзья. Вписываем 26 человек. И посмотрим, какое место сейчас получает, кто у нас сейчас получит, друзья, собственно, 500к, прошу прощения. Давайте посмотрим, кто это получает, друзья, и поехали. 9 место. Так, нажимаем, друзья, давайте, нет, не сюда, нажимаем. Давайте поделились. И поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Иван Лялькин. Иван Лялькин получает, ребята, сейчас от меня 500к. Ой, 500к, прошу прощения. Дальше, друзья. Так, один человечек, одного убираем. Все при вас показываю, друзья. Молодец, поздравляю тебя. Так. Дальше смотрим. Я не могу ему написать, это обидно. Дальше, друзья, кто получает у нас 700к, поехали. 21 номер.
Так, 21. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. А подождите, раз, два, три, четыре. Не понял. Раз, два, три, четыре, пять. Вот он, Алексей. Алексей Воробьев, это получается 21-й, друзья. Он получает 700к, молодец, поздравляю, красавчик, просто пушечка. Молодец. Поехали, друзья. Второе место, 1 лям. 1 лям, тот, кто должен забрать 1 лям по любасику, забирает третье место, ребята. И это забирает у нас чувачок с ником Дамир Туктаров. Дамир Туктаров забирает, друзья, 1 миллион. И самое интересное, ребята, теперь, пожалуйста, подпишитесь на канал, не забудьте поставить лайк, также подписаться на группу ВКонтакте. Скоро будет новый розыгрыш, друзья. И не забывайте вводить вот этот вот ник и вот этот вот промокод и получать 1,5 миллиона от меня, помимо того, что вы получите за вот ника, друзья, 150 тысяч и за промокод 600. Ну что, ребята, я думаю, пора посмотреть, кто занимает первое место. Итак, раз, два, лайк, подписка, три, пау. Четвертое место. Раз, два, три, четыре. Пожалуйста, ребята. Вот, пожалуйста, кто занимает у нас первое место, ребята. Итак, давайте напишем сразу, посмотрим, друзья. Так, этот человечек у нас получает 700 тысяч. Так, этот человечек получает у нас 500. Твои. Розыгрыш. Родина. РПЦО. Дальше здесь пишем 1КК. Твой. Розыгрыш. Родина РПЦО. И здесь, друзья, пишем: привет, ты выиграл BMW M5F90 на родина РПЦО. Все, друзья, отлично. Собственно, я надеялся на лучшее, надеялся, что будет больше призовых мест, ребят, но я так распределил, что мест не сильно много. Вот, пожалуйста, те самые люди. Пожалуйста, отпишите мне ВКонтакте, обязательно отпишите в течение 2 дней, чтобы я вам выдал все, собственно, все ваши подарки. Спасибо всем, друзья, за просмотр. Надеюсь на вашу, друзья, активность под роликами. Будем вместе играть, веселиться. Всем удачи, друзья, до скорого. Вводим ник, промокод не забываем и будем играть. Ролики на центральном округе будут сейчас все чаще и чаще. Спасибо за просмотр.